Всех, кто въезжает в Москву со стороны Химок, на дороге встречает монумент «Ежи». Композиция из 3-6-метровых копий противотанковых ежей, которые в годы Великой Отечественной войны служили надежной защитой от вторжения немецких бронетанковых частей на территорию Москвы. Химки вообще сыграли огромную роль в обороне столицы. Городской округ оказался ближайшим пунктом, до которого дошли немецкие войска. Об этом местным жителям напомнили на очередной встрече в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Мастер-класс провела Наталья Царева, историк и руководитель Музея славы России. Она рассказала о событиях тех лет и о забытых героях войны. Перед вами Зиновий Колобанов. Зиновий Колобанов известен как герой-танкист. 20 августа 1941 года он уничтожил в течение 30 минут 22 танка. Во время боя он занял удобную позицию на пригорке. Немецкие танки шли внизу по дороге. И вот уничтожил один танк в начале, в конце и посередине, он создал некий такой хаос, да, на дороге. То есть танки стали натыкаться друг на друга. Многие химчане очень полюбили проект и с удовольствием посещают мастер-классы. Ирина Коннова, воспитатель детского сада, раньше уже бывала на занятиях по оригами, рукоделию и танцам. Мы, конечно, этим занимаемся, мы знаем, там историю химок изучаем. Но сейчас у нас в садике как раз идет проект годовой, вот посвященный 75-летию Великой Отечественной войны, как «Химки. Город славы». И вот этот материал очень нам сейчас подойдет, дополнит нам. И тут были наши родители с нашими детьми. Творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в «Химках» проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей, а инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников, например, на специальном сайте. Еще у нас есть, хотелось бы рассказать, наш сайт «Химки. Интересно жить». Очень удобно сделан, там есть вся информация, можете следующий. Есть разбивка по интересам, то есть если вам интересны лекции или творчество, или развлечения, либо есть разбивка по микрорайонам. Вы также можете выбрать для себя мастер-класс, который вам удобен, который рядом с вашим домом. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на страницах газеты «Химкинские новости» в разделе «Афиша».